Всем привет, это магазин Fix Price по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр Аврора. Новинок сегодня много, поэтому видео будет интересно, смотрите его до конца. Набор для душа в подарочной упаковке. В него входит челма для сушки волос, варежка для душа и мочалка. Состав полиэстер, полиамид, нейлон. В этом Fix Price продажи 3 расцветки, производитель Китай, цена 199. Шторы для ванны появились в новых расцветках. Все однотонные, состав 100% полиэстер. В комплекте 12 колец. Размер 180 на 180 сантиметров. Штора прочная из водоотталкивающей ткани, цена 199. Новинка в отделе организации хранения, полка двухъярусная. Размер готовой конструкции 26 на 19, высота 21 сантиметр. Состав пластик полипропилен, плотность пластика средняя. Производитель Россия, город Москва. Как вариант можно использовать для хранения на глубоких и в угловых полках или для сушки посуды. Полка продается в 4 расцветках и цена 99 рублей. Туалетная бумага Зева Делюкс, Орхидея Рояль, трехслойная, 4 рулона за 77 рублей. Пленка декоративная или по-другому самоклеющаяся бумага. Новые расцветки, размер пленки 200 на 60 сантиметров. 4 новые расцветки, цена 99. Кондиционер для белья Ленор, суперконцентрат, аромат золотая орхидея. Объем 770 мл, аромат приятный. Цена 99 рублей. Лампа настольная, складная. Очень компактная, в сложенном виде, занимает совсем немного места. Работает от 3 батареек, в комплект они не входят. 30 светодиодов, световой поток 120 люменов. Угол наклона лампы регулируется. Холодный белый свет, состав АБС, цена 199. Производитель Китай. Новинки в отделе ухода. Это натуральное кокосовое масло для ухода за волосами, кожей лица и тела. Вы знаете, состав масла кокосовое, больше ничего. А вот производитель, это сюрприз, Саратовская область, город Энгельс. Объем 200 мл, пахнет очень приятно. Срок годности 24 месяца. Обязательно возьму попробовать, цена такого флакончика 200 мл, 99 рублей. Крем для рук в очень интересной упаковке в виде котенка. Крем восстанавливающий для рук и ногтей, апельсин в шоколаде. В этом фикс-прайсе только такие котятки. Объем 50 мл, цена 99 рублей, производитель Китай. Жидкие патчи для глаз, интенсивное питание, ночные. Необходимо нанести тонким слоем жидкие патчи на чистую сухую кожу вокруг глаз и оставить на всю ночь. Производитель России, Республика Татарстан, объем 50 мл, цена 99. Из этой же серии пробовал другие патчи, они от темных кругов, и у меня от этих патчей было раздражение. Больше ими не пользовалась, пришлось выкинуть эту бутылочку. Так что будьте осторожны, такие случаи тоже бывают. Для любителей красивой и недорогой посуды новинки в серии Kitchen. Чашка объемом 520 мл. Очень большая, объемная. Внутри однотонная. Состав фаянс. Дополнительно есть рисунок. Как будто лопнули мыльные пузыри и остались следы. Нанесен неравномерно. Это стрекозой больше всех понравилось. 3 расцветки, производитель Китай, цена 99. Бульонница с ручками, объемом 700 мл. Состав опаловое стекло. Только в белом цвете, цена 77 рублей. Новая серия, производитель Luminarc. С красивой праздничной окантовкой. Материал упрочненное стекло. Тарелка обеденная, диаметром 24 сантиметра. И тарелка суповая диаметром 20 сантиметров. Цена каждой тарелки 99 рублей. Производитель Франция. В этот раз гусь хрустальный порадовал не только своими новыми стаканами и фужерами, но еще и детской посудой. Яркие наборы по мотивам российских мультиков. В набор входит кружка объемом 200 мл. И маленький салатник диаметром 13 сантиметров. Состав такой посуды – натрий, кальций, силикатное стекло. Кроме мультика «Три кота» еще есть тарелка с мультиком «Лунтик». И еще одна серия называется «Enchantimals».
Такая посуда подходит для горячей пищи, горячих напитков. Производитель Россия, город Гусь-Хрустальный, цена 199. Набор фокуса с 5 контейнеров. Самый маленький контейнер объемом 230 мл, самый большой 2 литра 100 мл. Состав пластмасса, производитель Россия. Стоит значок о том, что подходит для пищевых продуктов, можно замораживать, разогревать в микроволновке и мыть посудомойки. Цена такого набора 99 рублей. Новая серия стаканов с трубочкой. Объем 450 мл. Состав полистирол, полипропилен, силикон и полиэтилен. Блёстки перемещаются, если перевернуть или потрясти стакан. Указано, что выдерживает температуру от минус 10 до плюс 100 градусов. Ограничитель на крышке, благодаря которому трубочка не выпадает. Указано, что подходит для пищевых продуктов, производитель Китай. Цена 149 рублей. Контейнер для хранения объемом 10 литров. Крышка с ручкой по бокам защелкивается. Пластик плотный, стоит отметка о том, что подходит для пищевых продуктов, поэтому контейнер стоит в отделе с посудой. Размер 35 на 23 сантиметра, высота 19. Рисунок – наклейка. Небольшая несостыковочка, но наклейки не подходят для пищевых продуктов. А на самом контейнере напечатано, что подходит для пищевых продуктов. Продажи два варианта с новогодним декором. Производитель Россия, Москва, Полимербыт, цена 199. Еще одни долгожданные новинки в отделе рукоделия. Немного, но они есть. Крючки для вязания 6 штук в наборе. Разного диаметра от 2 до 7 мм. Состав алюминий, производитель Китай, цена 99. Ящик для хранения мелочей. С удобной ручкой, небольшой размер. 28 на 14, высота 8 см. Одно большое отделение, 3 маленьких. Подойдет для хранения рукоделия, медикаментов, инструментов и канцтоваров. Не подходит для пищевых продуктов, производитель России, Полимербыт. Продажа 2 расцветки, цена 99 рублей. А это очередная новинка из Fix Price, которая взорвала Instagram. Белая, красивая, декоративная шкатулка. Шкатулочка небольшая, состав доломит. И, к большому сожалению, очень много представлено на витрине с видимым браком. Потертости. И даже отклеенные элементы. Но если хорошо поискать, то все же найти хорошие экземпляры можно. Шкатулочка небольшая, что в ней хранить не знаю, наверное, украшение. Продажи 4 варианта, цена 199. Новые пледы размером 100 на 150 сантиметров. Отличаются не только расцветкой, но и плотностью. Какие-то более плотные, какие-то менее. Состав 100% полиэстер, есть светлые расцветки, есть темные. Очень много разных вариантов, цена 199 рублей, производитель Китай. Еще одна теплая новинка – это женские носки удлиненные. Размер универсальный с 36 по 39. С обратной стороны носочки прорезиненные, скользить не будут. Состав: внешний слой 49% акрил, 38% полиэстер, 8% вискоза. Внутренний слой 100% полиэстер. Большой выбор расцветок, производитель Китай, цена 199 рублей. Новая осенняя коллекция одежды от магазина Fix Price. Даже не знаю, что это, кофта или пижама. Указано, что кофта женская, состав 100% полиэстер. Размер такой кофты с 42 по 48. Брюки женские продаются отдельно. Цена так же, как и у кофты, 199 рублей. Если покупать комплектом, цена 398, если по отдельности, цена 199. Новые перчатки, котятки или нет, наверное, не котятки, наверное, лисички. Смотрится симпатично, я бы даже сказала красиво, вопрос, будут ли они греть ручки. Внешний слой 86 полиэстер, 14% эластан. Внутри 100% полиэстер. Глазки, ушки, носик. 4 расцветки, цена 199. А еще появились не менее симпатичные варежки. Приятные, мягкие, удобные, состав 100% полиэстер. Производитель Китай, 3 расцветки, цена 199. Нашла перчатки, в которых все-таки есть что-то, кроме полиэстера. 39% полиэстер, 20% шерсть, 20% полиамид, 20% акрил, 1% эластан. Цена 99 рублей. Новые конфеты с Новым годом и Рождеством, винтажная коллекция.
150 грамм, производитель России, город Дмитров. Цена коробочки 55 рублей. Новый киндербокс из мультика «Сказочный патруль». Цена 50 рублей. Десерт с подарком. Большой выбор новогодних подарков. Цены от 50 рублей до 199. Делала на них обзор. Оставлю ссылку в описании. Все коробки открывала, смотрела и показывала, что внутри. Освежитель воздуха в наборе 2 штуки. Состав ПВХ и ароматическая композиция. Есть ароматы апельсин, ванили, океан и розы. Цена 50 рублей. Новые пособия для деток от Олеси Жуковой. Прописи с яркими красивыми картинками. С помощью них можно быстро выучить буквы и научиться красиво писать. Есть отдельно прописи для мальчиков, прописи для будущего первоклассника. Здесь есть цифры и буквы. И третий вариант, который нашла, тренируем навыки чтения. Яркие красивые страницы. Думаю, деткам заниматься понравится. И цена всего 55 рублей. Новогодний товар также продолжает поступать в магазин Fix Price. Наконечник на елку шпиль. 28 сантиметров, состав полистирол. Цена 50 рублей. Искусственная елка на подставке. Высота 70 сантиметров, состав ПВХ, железо, полистирол. Цена 77 рублей. Елочка маленькая, всего 25 сантиметров, светящаяся, ее цена 99. Батарейки в комплект не входят. Наконечник на елку, светящаяся звезда. Состав полиэстер, полистирол, световой поток 22 люмена. Срок службы светодиода 10 тысяч часов. Цена 99. Декорация новогодняя, подвесная. Состав полипропилен, ПЭТ и полистирол. Цена 50 рублей. Хочу поделиться с вами своим заказом из интернет-магазина «Василек». Ивановский трикотаж. Футболка для мальчика. На сайте называется «Я крутой рокер». Желтого цвета. Производитель Узбекистан. Состав 100% хлопок. Размер я заказываю 92 на 2 года. Стоимость этой майки 99 рублей. Очень часто в «Васильке» я заказываю такие майки недорогие для того, чтобы ходить в них дома. Яркие, красивые и удобные. Еще из детской одежды я заказала спортивный костюм. На сайте он называется «Патриот темно-синий». Состав 100% хлопок, производитель также Узбекистан. Костюм не очень тонкий, но и не теплый. Средняя плотность. На манжетах и внизу у курточки две полоски. И такие же полосочки, манжеты внизу на штанишках. Штаны на резиночке. Есть завязка, но она декоративная. На штанах два кармана, они настоящие, не обманки. На курточке также два кармана. Костюм я заказала на 3 года на рост 98 сантиметров. Чуть великоват, но думаю, что если бы я заказала на 2 года, он был бы уже впритык, либо был уже мал. Его цена 743 рубля. Рекомендация по уходу: машинная стирка при температуре 40 градусов, не отбеливать и гладить при температуре не более 150 градусов. Старшему сыну заказала носки. На сайте они называются Туркан. В наборе идет 5 пар с Железным Человеком, Суперменом и Бэтменом. Состав 90% хлопок, 8 полиамид, 2% лайкра. Размер с 36 по 41. Цена одной пары 36 рублей, за набор 180. Еще одни носки, они называются для мальчиков подростковые, верблюжья шерсть. Твой стиль, размеры, которые идут с 30 по 35. Носочки удлиненные, состав 80% верблюжья шерсть, 15 полиамид, 5% лайкра. Вот так они выглядят внутри. Будем одевать их осенью и зимой. Надеюсь, что ножки в них мерзнуть не будут. Цена одной пары 42 рубля, в комплекте 6 пар. Цена набора 252 рубля. Своему старшему сыночку также заказала комплект постельного белья. Называется «Рок». Это новинка на сайте «Василек». Я выбрала полутораспальный комплект. В него входит простыня размером 145 на 214 сантиметров. Очень понравился дизайн в черно-белом стиле. С гитарами. Смотрится стильно. Две наволочки размером 70 на 70 сантиметров, яркого красного цвета в клетку. И пододеяльник размером 143 на 215 сантиметров. Очень понравилось, что пододеяльник двухсторонний, с одной стороны клетка, с другой стороны рисунок черно-белый. Состав этого комплекта 100% хлопок, перкаль. Сын остался очень доволен, сказал, что это лучший комплект постельного белья, который у него был. На мой взгляд, удачное сочетание яркой красной клетки и черного-белого рисунка. Перкаль заказываю впервые, чем-то по плотности и по качеству напоминает бязь. Цена такого полутораспального комплекта 999 рублей. Следующее, что я заказала, это набор кухонных полотенец. В наборе 3 штуки, полотенца размером 45 на 60 сантиметров. Их я взяла на новогодние подарки.
Набор на сайте называется «Счастливого Рождества» и цена 140 рублей. Заказала комплект постельного белья и уже не первый раз заказываю белье из поплина. На сайте интернет-магазина «Василек» этот комплект называется «Эдем». Сочетание двух тканей – это белая с расцветкой в виде листьев и серая однотонная. В комплект входит простыня серого цвета размером 220 на 240 сантиметров. Две наволочки размером 70 на 70 сантиметров. И пододеяльник размером 220 на 200 сантиметров. Пододеяльник двухсторонний, с одной стороны серого цвета, с другой стороны листья. Я заказала размер евро. Его цена 1513 рублей. Если заказывать другие размеры, больше или меньше, соответственно, цена будет другая. Заказала подушку. Называется подушка «Лебяжий пух». Приходит дополнительно вот в таком прозрачном чехле с ручкой. Состав верха – это жаккард, полиэстер, красивая, приятная шелковая ткань. Наполнитель 100% искусственный лебяжий пух. Размер подушки 70 на 70. Выбрала именно искусственный наполнитель, так как у него есть следующие преимущества. Он принимает оптимальную форму, обеспечивая удобную поддержку головы. И в отличие от натурального пуха, не вызывает аллергии. К тому же легко стирается и быстро сохнет, сохраняет свои первоначальные свойства. Подушка очень мягкая, действительно внутри что-то похожее на пух, но на самом деле он не настоящий. Цена этой подушки зависит от ее размера. Самый дорогой размер это 70 на 70, цена 497 рублей. А самая недорогая размером 40 на 60 на сайте «Василек» стоит 242 рубля. И последнее, что я заказала в этот раз на сайте «Василек», это постельное белье, называется «Мир чудес». Комплект полутораспальный, его я заказала в подарок. Состав хлопок 100% вязь. Комплект полутораспальный, в него входит пододеяльник 143 на 215, простыня 145 на 214 и две наволочки размером 70 на 70. Красивые фламинго, цена такого комплекта 874 рубля. Интернет-магазин «Василек» не перестает радовать своим качеством и большим ассортиментом. Ссылку на интернет-магазин и также ссылки на все товары, которые вы сегодня увидели, я оставлю внизу в описании под видео. На сегодня это все. Если видео понравилось и было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Желаем отличного дня, прекрасного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока!